Совсем скоро на Пятом канале начнется показ премьерных серий нового сезона «Детектива Свои». Зрители увидят более 30 захватывающих историй из жизни уникальных специалистов. В октябре прошлого года межведомственная рабочая группа сериала пополнилась новыми сотрудниками: жизнерадостная и чересчур активная Вера Семихвостикова, а для коллег просто Верочка, стала настоящим украшением команды, двигателем и генератором идеи. Всего за несколько минут она может найти любую информацию и заметить неожиданную деталь. Зрителям понравился и новый профессиональный дуэт «Метелица» и «Спицына». У Инги Ждановой также появился новый напарник Геннадий Черноус. Коллеги прозвали его «Гениусом» за чрезмерное желание показать себя гением криминалистики. Своеобразный стиль его работы добавил множество забавных и курьезных ситуаций в жизнь коллег. Но главной интригой сезона станет свадьба Севы Косицкого. Белый лимузин, очаровательная невеста в пышном платье и праздничное торжество. Неужели ветреный холостяк решил остепениться? Премьера нового 6-го сезона сериала «Своей» состоится уже в апреле 2023-го. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.